10 лет нам уже, потому что наши первые репетиции состоялись примерно в это время, 10 лет назад. Я знаю одного человека точно здесь, присутствующего, который был на нашем концерте в том самом первом году. Да, Юра! Юра, это был потрясающий концерт, когда Сил был одним из трех людей, которые были в зале. Зал был примерно такого же размера, кстати. На сцене было столько же человек, сколько сейчас. Я хочу сделать подарок Михалычу, Игорю, Сашке, Сережке, Юрке, Дольке, и Генке, и Силу, и Эле, и себе. Мы с ребятами 7 октября... Придем в клуб «Цоколь», поздравить его с 4-летием, отыграем психоделик-концерт. Если кто-то захочет туда прийти из вас, то уже сегодня тут
есть билеты где-то на выходе, мне сказали, и вы можете уже заранее быть там. Мы точно 7 октября будем в Цоколе. Так что отметим среднюю дату между сегодняшним днем Shane P и десятилетием Shane Motherfucking P. Я еще не знаю, я сейчас, может быть, пропустил, но Цоколю исполняется какое-то количество лет. Четыре. Четыре? Фу. За 4 года в этом месте пьем. Да! Любимый наш клуб. Любимый.